Всем привет! В нескольких видео с детским меню приводила пример вот такого вот блюда в азиатском стиле или а-ля вок. В этом видео подробнее. Мне понадобится птица, у меня хорошенько протушенная утка, может быть и курица, и индейка, красный сладкий перец, морковка, лук, чеснок, имбирь и соевый соус. Соус выбирайте хороший. Сейчас частенько соевым соусом называют воду с ароматизатором соевый соус. Утку, как я уже и сказала, я заранее протушила больше часа, может быть даже и полтора. Но эта утка, она довольно жесткая, и чтобы получать от нее кайф, лучше ее протушить подольше. Если вы делаете с куриным мясом или с индейкой, то их заранее можно и не готовить. Первым делом нарезала чеснок и имбирь, добавила их к мясу и еще 3-4 ложки соевого соуса и оставила мариноваться. Пока оно маринуется, нарезаю лук, морковь и перец и слегка обжариваю на топленом масле или жире. Туда же добавляю мясо вместе с маринадом. У меня там же, кстати, было и немного бульона, в котором эта утка тушилась. Закрываю крышку и тушу несколько минут для объединения вкусами. В чуть более полезном варианте это все, блюдо готово. А можно в получившийся жидкий соус добавить немного муки или крахмала, и он станет более таким тягучим, вязким. Крахмал, ну, как бы совсем не очень полезный продукт. А вот муку, если, например, взять нутовую, то получится такой более полезный вариант. Подают обычно с лапшой или рисом, но у меня более легко усваиваемый вариант с гречкой. Здоровья! Полезного всем аппетита!